Привет, друзья! С вами Зверько, и как я и обещался в видео про Валира, теперь расскажу о навыках Джонсона. Не совсем понятно, но Джонсона настиг реворк вместо того же Сана или Алисы, которые совсем не актуальны в их нынешнем виде. Мне нравится визуальная переработка с хромовым блеском, но нас же интересуют навыки. Урон навыков по-прежнему магический. Пассивка без изменений. Все так же, все на то же время накладывается щит. Первый навык. Джонсон кидает свой разводной ключ на весьма обширное расстояние. Урон получают все противники, в кого попадет ключом. И в небольшой области поражения, так сказать, точки приземления ключа, противники получают стан. Второй навык. Джонсон испускает электромагнитные волны из щита. В этот момент он может перемещаться, атаковать и бросаться ключом. Урон наносится ощутимый. Главное смотреть жертве в глаза. То есть находиться в упор и в направлении противника. Ульта. Джонсон по-прежнему превращается в машину, которую управлять с компа практически невозможно. Теперь, когда Джонсон таранит противника или при выходе из формы автомобиля, Джонсон не только оглушает, но и начинает наносить последовательный урон по площади. Урон этот зависит от конечной скорости Джонсона в форме автомобиля. Как видим, разработчики даже танков поворачивают в направлении урона. Что же будет дальше? А пока ждем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!